Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра. Встретили гостя в праздничной обстановке. В стационарном учреждении для временного проживания беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних специалисты занимаются профилактикой и реабилитацией подростков. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 80 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Спасибо всем, кто в течение года нас поддерживал, приходил к нам, заботился о наших детях. От лица, от своего личного и от всех своих воспитанников я всем благодарна. Надеемся, наши дети не будут знать неприятностей, горя и слез. Ребята в ярких костюмах показали концертную программу, куда включили песни, танцы, стихи и театральные постановки. Глава Минстроя в качестве презента для учреждения подарил телевизор и пылесос. Какие-то необычные чувства в человеческой душе бывают, когда видишь детей, видишь внуков. И всегда переживаешь за то, чтобы их жизнь сложилась хорошо, сложилась правильно, чтобы у них все было хорошо, как говорится, в этой жизни. Нелегкая эта жизнь все-таки. И я с радостью, с удовольствием сегодня от имени министерства приехал сюда, чтобы поздравить, чтобы сделать им что-то приятное и как-то поучаствовать в вот этом мероприятии.